Ему, конечно же, он прибежал, такой, ну дайте, пожалуйста, да. С патронами у него его нет. Ух ты, мать твою, это что это? А, это так, ну, а, этот чувак, у которого мы карабин отняли, он, кстати, пытался у нас корабль отнять. Ну, тот, что я построил новый. Мы приплываем такие, я ему говорю, не воруй наши корабли. Это бог, это мужские. Кремниевый, он такой, окей, не буду. Это что-то новое, да, кремниевый пистолет? В смысле новое? Алло. Блок и кремниевый пистолет — это одно и то же, как бы. Ладно, так, огнестрельные, два пистолета, не пожалуйста. Там по 109 урона пистолеты, чертежи есть. Я что-то пока не могу крафтить по чертежам. А, потому что это, наверное... Дай я гляну, эти чертежи. Я, кстати, просек прикол крафта именно по чертежам. Там не только то, что он тратится. Так. Что, сабля есть какая-нибудь? Чё? Хотя ладно, это возьму. А, ну, понятно. Нам, пропустите. Ну, короче, мы эти пистолеты сделаем не скоро, потому что. Там, видите, написано 3 на 20, там 3 на еще другое число. Видите, так, да? Так, а порох вы сделали? А как с петли снимается? Он с петли не возьмет. У нас для этого есть ты, для пороха. Мы ж тебя только ради этого и ждали. Я ж тебе говорю, зайди, нам надо... Да, сними с петли. Вот, короче, смотрите, вот это вот три на сколько-то, но обозначает, что нам надо, допустим, три разных вида дерева, три разных вида металла, чтобы сделать эту штуку. Даже если у меня одного вида хватает на целых три пистолета по количеству, мне надо будет три разных. Это вообще жестко. Оно же всю систему. У меня так с парусами будет. Да нет, как раз таки, оно усложняет специально, потому что... Фармить-то тут легко, а вот чтобы найти другой этот сам. Фармить легко. Так. Сейчас, кстати, посмотришь реально, на каком островке мы откапывали уже два сундука. Уже пороха набил, ну молодцы такие прям. Чё, весь порох на патроны вам? Ну да. Ядер-то у нас еще 320. Ну, ядер-то у нас еще целых 320 штук, что так же. Ну, ладно, да и мы их никогда не тратим. Тогда делать уже 160, а их делать с воды, получается, 300 с чем-то сейчас. Мы подплываем, если что, к острову, сейчас офигеешь, я тебе говорю, того, что мы там нашли. Какой остров, вот никогда не подумал, что на таком может резаться. Ну, правда, на это, вы, да, честно говоря, это... даже поверить не могли, что такое, что на таком островке может треснуться сундук, но он, оказывается, уже третий раз у нас там рисуется. Нормально так. Да, просто вот мы вдвоем, в принципе, смогли, просто так получилось, что была карта у меня, мы убили последнего стражника, и в этот же момент подыхаю я, и оно забаговалось. А, стоп, так. Лопата... Лопата у меня. Да. Можешь еще одну, но она у меня. Смотри, моя почему не видишь, хотя. Ну, если хотите, чтобы я копал, мне лопату. Я копать. Да. Нам для копания не нужно. Вот мы почини. Что я делаю? Вещи мои почини. Одежду. А одежда тут не будет чиниться, это надо вот убить. Да, это надо другой верстак, я ж чё говорю, что ты не ломал. Вот, Вовчик, как раз таки испробуешь свой щит новый. Ну шо? Мы уже нашли, где жить-то. Я тебе говорю, мы сначала пока построим бригу на острове, которым нельзя клеймить. А как только мы соберем нормально денег, чтобы нам хватило на несколько разов клеймления, пойдем клеймить нормально. Просто было бы неплохо дубильню тогда хотя бы корабль. Дубильню на корабль? Нет, это мы приплывем и поставим это. А то вещи же чинить надо, так сказать. Нет, дубильню это мы приплывем и поставим там на... А, да, я сейчас это, вот у меня еще... Домик у нас есть, ты не переживай.
Не понял. Ну, а, да, точно, ты же у нас учишь. Не, я что-то забыл, кто из вас учит одежду. Ну, Вовчик, собственно, вот. На вот этом острове сундук резается. Ну, вот этом? Нормально. А, на этом. Пацан обустроил. Так он уже три... Тут несколько пацанов обустраивал, я тебе хочу сказать. Мы бы их посносили, но что-то по ядрам затратненько немножко. Ну что, идем, товарищи? Раз как раз таки Вовчик используешь эту, испробуешь битву с щитами. Да. Так, а чего вы мне советуете? Пикой, да? А, ну, пикой. Да. Пикой удобнее, чем саблей. Ну, сейчас Вовчик скажет, погоди, чем удобнее. Дайте. Саблей с щитом или пикой все. А, окей, все. Там можно скиллы поизучать. Конечно, и удары разные. Конечно, игра на настройках таких низких. С прорисовкой хреновой, ну. А хотя что это? Ну ты что хотел с твоими шестью гигами? Типа, Nvidia внизу придет. Вот на максимум разрешение сделал. У меня сейчас FPS 30. Без призов. Не, ну для видоса же не жалко нормальный прорисовки. Масштаб разрешения, так сказать. Что там даже идет? Так, сейчас ждем Вову. Ждем. Если чел, он у того камушка, они должны будут резнуться. По нашей любимой тактике, лучников сносим в первую очередь. Ну, я побежал, короче, лес. Ну, лучников я сейчас тогда пистолет свой кладок, да? Вылезайте. Арчер. А, вот он. Он подписан как Арчер. О. Так, я попал, да, охренеть. Я так, лучники снесены. Лучники, кажется, да, я одного стреляю. Ну, я второго добил. Так. Шестерочка. А вот это типа самый мощный. Да, это самый мощный. Ты аккуратно, он тебя сейчас ушатает, возьми, блин, что делать. Да у меня с какой-то нормальный. Дайте мне так, что-то он так передвигается, да? Вот, и в ответ... Потому что... И у тебя потому что дешевая анимация включена. Я так думаю, если бы была включена нормальная, то... О, чё? Я прям до него дотягиваюсь через... А, нормально, я прям до них дотягиваюсь. Ну мы этого, мы их этих втроём вообще раскидали. А, я, кстати, так умер. Поэтому мы и забагали этот остров, поэтому мы его пропустили, и тебе повезло. Ну ты глянь, насколько он миниатюрный вот это в океане стоит. Так, я как понимаю, мне опять не удастся ничего, да? Ну, ты будешь только рыть и все, а экспаток всем по одинаковому разберется. О, 14 золотых монет. Чертеж. Перчатки, кирка, вы угораете. Платные штаны. Стрелу дали. Платные штаны дали. Угорает, люди. Нормально. Погнали. О, повышение уровня доступно. Классно, куда еще погнали? Еще ну вот, я ж типа... Да, у нас их тут что, карты 4 осталось или 3 даже. А он тут? Не, не тут. Ну, в этом квадрате, но не на этом острове. А-а-а. Ну, сейчас тебе говорю, ну, четыре карты. Учи, да, понадобится. Опять животные сверху. Так, где пули-то там? Там, сейчас скажу, где их делать. Да не, я уже нашел их. Так, я их изучил, где же их делать? Ай, блин, я тебя спросил, где они лежат. Верстак я могу сделать своих. Это хорошо, сейчас я нам сделаю. Так,
хочу, у меня сколько еще очков? 3 очка. Ну, сейчас это, в оружие зайду. Оружие на оружие. Да это я ставлю метку того, ну, что мы сделали. Название мушкета. Мушкетон. Ну да. Мушкетон. Блин, что такое? Да ёб твою мать, там, блядь, сломается эта стена. Да я стреляю. А зачем ты стреляешь? А ты прикинь, урон не проходит. О, чего? Реально, там сколько было, столько и осталось. Знаешь, ты ему в окно настрелял и все. А зачем ты его не стреляешь? Ну, я говорю, хочу оставить метку, поэтому просто... А нет, мне вообще похуй, кто это. Чего? Вылезет, пожалуйста, месье. Так, ну что, все на барку? Давай, Вовчик, быстрее. Сейчас поплывем дальше. Плывем сразу за самым дорогим, может? Лат. Вот это название, лат. А, стоп, у нас металл обычно есть, да? Нету. А был вроде. Ну, весит. Есть металл. Ну, есть, значит. Врёшь. Помню, как он к нам попал, потому что, по идее, его быть не должно, и пришёл весит много, и... А не, Вова, поплывем на тот остров, где мы Галеон видели, там тоже две карты просто. Пацаны, кому нужны патроны в верстаке? 156. Уже взял все, как бы. А, то есть ты Вове оставил? Ну, да, так я себе взял полсотни, 50 достаточно. Не, у меня-то сотка в кармане. Мне будет достаточно. В кармане это много, тебе столько не надо. Так, а да. Тут можно еще один пиздальщик пофармить? Кто хочет... ну давай, прям из воды. Прям, а ты уже уплыл. А, вот. А там все равно негде его как бы было фармить, там камушки не рисовать. Матрос. Вот сейчас ФПС-ка что-то падает. И получается, знаешь, что мне надо будет делать? Перед каждым заходом в ад сначала делать оптимизацию, чтобы сработала оптимизация, а потом могу ставить графику какую-то не влезть. Ой-ой-ой, я за бортом. Эй, как ты так умудрился? Я за бортом, братан. Да. Ну, и ну, это типа такое. Это. Может, мне дашь, может, у меня будет на берегу, не знаю. Ты что, в воде будешь не вылетать? Нет, ну там просто видишь, как бы, может, оно-то не полностью в воде, ну. Ладно. Да, посмотрим, на. И лопатку тогда бери. А у меня... А у меня пока что-то... Где она? Где держу? Ее в панель быстрого доступа, а не использую. Вот панель. Ничего, у меня лучше. Они на корабль не тягнут, да? Я лучше не вижу. А вот, а у меня он тоже залез. Ну пошлите тогда туда, господи, какая разница. Чего в воде так в воде, мы ж пираты есть. Тут как бы не вода, тут не сплошная. Даже он плавает, что тут бегаешь. Давайте глядим. А, ну все-таки чуть-чуть поплавать придется, ну и херс.
Карабин. Меховые ботинки зеленые, прикоски, черкес, паки. Три шесманы. Что там? А у меня карабин. Лопаты верни. Лопаты скинь. Так, тут не так, что пофармить можно, а прям железный достать хочется. А что понял? Какая там баба тебе важнее нас? Кто тебя кинул? Да ты, ты нас кинул, я же говорю, все. Возьми мать твою, конечно. Тянем. У меня по ней только два раза. Уже извините. Ну ты акула. Мы сюда приплыли за сокровища. Я их понял. Даже не могу. Выпрять, да, смотрим. Ну да. Вижу лучик уже. А, стоять. Пожрать есть у кого-то мясо там, это что-нибудь? А у тебя с собой. Недостаточно? Да, у меня перец только дикий, но он немного не восстановит. Я тебе хочу сказать. О, лёха, нормин. Как раз витаминочки надо поднимать. Хоть её обратно вернуть или можно не отдать? Да не, не надо, нет. Ну, какие-то бежали. Блин, ну артбук у меня красивее, чем арк записан. Правда, текстура сейчас не очень. Но это терпим, ну, пока его не оптимизируем. Арк вообще красивее, честно говоря. Че, это ну, тут вода. Это нахуя. Это кто-то, короче, опыт, походу, на кострах фармит. Ой. Не собирай, не нагружайся, сейчас будем воевать. Думаем сейчас, как мы можем этих пидоров забрать. А, слушай, это нужно же как... Ну что, вы готовы, дети, да? Я их вызываю. А что, кристаллы, угу. Да, я их вызываю, ой, блядь. Вот ручник сразу. Ебаный свет, как ты так, блядь, бьёшь свои ебаные люди?
Ну, проклятые же Давай. У меня, сука, так избил, нахуй. Мне кажется, мы тут друг друга больше надамажили, чем они. Я багом зарядил одну. А, не, она была. Работа под мастерью, меховой нагрудник под мастерью, факел опять. Кожаные перчатки под мастерью. А я могу это делать-то? Меховые рукавички. Не могу, три разных ресурса надо. Вот этот камушек, который стоит рядом, с, на котором я стою, это камушек железа. Ну так, тех своих. На котором вот этот? Есть, да, вот это камушек железа. О, это хорошо. Не, ну ты видишь, бляха, муха, боты вообще обнаглевшие, реально подплывают. Слева в воде. А что, ты не видишь их? Ну, у меня прорисовка дальняя самая стоит, поэтому может еще. Но они близко. Так, смотрите, ну, в общем-то, вот между этими камушками они у меня резко смотрят. А, ну вы видите, как собственно. А, тут есть пчела. Беги, Денчик, беги, сейчас пчела пустят, тут будет вообще не будет. А, блять, возьми только пчелы. Ты уже здоров, ну просто раз, нет, не Меховые ботинки зеленые, летательные ножи, верфь малая, только в чем прикол, 58 чертежей малой верфи. Ну, все, товарищи, теперь осталось только допарковать наш катер. Короче, это не то, что мы вчера с тобой видели. How are you today? У нас вчера Эквинокс был, это какой-то другой чувак. А выход скажи. Вы идите, если он на вас нападет, то мы сами на него нападем сейчас. Так, если он не трогает, то что, блядь. А, ну вижу, подожди, что он тебе. Не, за сифил это нет. Зурбенс я не буквально вообще. Я вроде бы не видел даже на этом мосте. Да может приплыл. А, и крыша. Так вчера. Я так вчера одной бриге кровать сломал. Ты прикинь, я смотрю, бригантина стоит. Думаю, мать твою, еще одну потопить можно, что ли? Захожу, а там внутри нет вообще ничего. Это грузовая живку перевозить.
Святые войны, ты не слышишь? Слышу прям. Так, ребят, золотишко, скиньте, пожалуйста, в корабле. А, во, я забыл у нас скинуть. Я вот что хочу предложить. Может, кто-то возьмет из вас соточку золота и смотается как раз таки за... Блять, как... Готами? Да. Ну, возьмете Августину, кстати. Ну, ее надо будет туда... Тогда смотрите, чтобы ее возить по этим, по ботам, взять ее надо в этот, в экипаж, чтобы у нее дополнительный экипаж был. Потому что я так полагаю, что если экипажа дополнительного нету, то она только одного бота на себя и поставит. Это, блядь, что так? Так, 4 карты выложу. А, ну один из трех, то есть один кто-то сможет взять ее, поплыть и менять двух ботов. Так, ну, в принципе, все больше не должен. Ну что, кто хочет отправиться за ботами? Ну, на завтра. На завтра? Ну, вы...